Здравствуйте. 11 апреля, 22 лунный день. Созди сан через элементы земли, день для новорожденных. Благоприятен для ритуала призывания долга жизни, благосостояния, бурение скважин, посадки семян, деревьев, строительство, во всех новых начинаниях, медитация, размышления, обращение к буддам, бодхисаттвам, приручение диких животных, установление фундамента, принятие невесты, устранять негатив, разрешать напряженные ситуации, можно жестким методом, изучение тонкой и точной науки, стрижка волос к достатку. День неблагоприятен для выезда в дальнюю дорогу. Благоприятен для людей, родившихся год, курицы, коровы, неблагоприятен годам, тигры, обезьяны, свиньи. И в Ивгинском цепчун дуани хорал тава харуга, мани дуани цуруа, юрул чун дуани тава харуга на бурятском языке. Будьте полезными.